блядь, Гриша на фоне пожара. На фоне пожара, блядь, пожар. Так, что вы можете сказать по поводу вот этого увиденного происшествия? Григорий Кононов во всем этом виноват. Это его поджог. Во всем вините Григория Кононова. Запомните это имя. Зря Кунникова. Я йети нашел. Я снимаю йети. Я вижу йети. Ну человек, блядь, выходной развлекается, да? Развлечение. Блядь, в интернете ловят песни старые. Так, что он сюда палит? Да, сейчас заберет у тебя все пиво, блядь, отпиздит. У меня увеличение, даже лицо можно рассмотреть. Или яйцо. Снимаешь правонарушение, правильно.